Житель Югорска попался на уловки мошенников. Он хотел взять в банке кредит 350 тысяч рублей. В интернете нашел выгодное предложение. Ему позвонили якобы сотрудники одного из банков Москвы и сообщили, что кредит одобрен. Однако, чтобы открыть счет, необходимо перевести комиссию. Помимо этого, югорчанину предложили заплатить 6 тысяч, чтобы представитель банка приехал в Югорск для заключения договора. Югорчанин выполнил все условия, но после этого не получил нужную сумму. Ему вновь позвонили и попросили застраховать жизнь. А когда платеж якобы не прошел, повторить его. Затем заплатить еще 19 тысяч за привязку карты к счету. Когда у югорчанина закрались сомнения, его заверили, что затраты вернутся ему на счет. Однако, перечислив мошенников почти 70 тысяч, долгожданный кредит житель Югорска так и не получил.